последняя цифра. Последняя цифра произведения, суммы, разности зависит только от последних цифр чисел, над которыми производится операция, соответственно, умножение, сложение или вычитание. Задача. Рассмотрим произведение чисел 111, 222, 333, 444, 555 и 666. Найдите последнюю цифру. На всякий случай, обозначается это так. Пишут мод 10. Давайте я дам определение. Если у вас есть одно число целое, дальше написано мод, и дальше написано некоторое натуральное число. Давайте я здесь пишу, здесь целое, а n натуральное, то есть целое положительное. Так вот, по определению, a мод n, это вот что такое. Это остаток от деления числа a на число n. Повторяю. A мод n – это остаток от деления числа a на число n. Значит, смотрите, кто объяснит, какая же последняя, да? Какая последняя цифра? Последняя цифра будет 0, потому что вот когда умножаем эти два числа, получается последняя цифра 2. Да. Когда умножаем эти два числа, последняя цифра получается 6. Когда умножаем эти два числа, последняя цифра получается 4. А когда умножаем эти два числа, последняя цифра получается 0. И при умножении на 0 получается 0. Хотя, разумеется, проще было сразу указать на вот эти вот цифры и сказать, что поскольку 4жды 5 – 20, то заканчиваться будет на 0. А если у вас цифра 0 один раз возникла, то это означает, что она уже никогда не исчезнет. Хорошо. Какой цифрой оканчивается произведение всех нечетных чисел от единицы до 51. То есть найдите остаток от деления на 10 произведением всех чисел от единицы до 50, всех нечетных чисел. А последнее число будет 5, да? Не число. Последняя цифра числа при умножении от 1... Последняя цифра произведения будет равна... На 5. Почему? Потому что мы... Вот у нас идет две цифры, а потом 5. А мы знаем, что умножение 5 на любое нечетное число... Оканчивается на 5. Оканчивается на 5. Спасибо, все правильно. То есть, действительно, у нас есть пятерка. Вот она, цифра 5. И этого достаточно. Потому что все остальные числа нечетные, а таблица умножения так устроена, что если у нас есть пятерка и умножается на нечетное число, то обязательно результат оканчивается на 5. Так. Ну, ребята, дальше некоторый ребус. Четырехзначное число, кончающееся на 7, умножаем на трехзначное число, получается, так, здесь шестерка, здесь 203. Здесь, естественно, знак сложения. Вот. Требуется разгадать этот пример. Ничего сложного и даже ничего интересного в нем нет. Просто разберитесь, пожалуйста.
пока решаете одно жизненное наблюдение. Дело в том, что вчера я вернулся вот с малого Мехмата, с работы, приехал домой, и вдруг уважаемая Елена Борисовна включила телевизор. Причем не что-нибудь, а канал НТВ. Вообще, я в жизни, что называется, его не смотрел, потому что это абсолютно... Ну, понимаете, когда-то это был, там, 10 с лишним лет назад, совершенно замечательный канал. Там работали великие люди, Сорокин, Киселев, ну, были замечательные журналисты. Вот потом их всех разогнали, на их место поставили людей соответствующих. И вдруг... Никто вчера не смотрел передачу «Герой России»? Все это потрясающая вещь. НТВ считается федеральным телеканалом. Представьте себе, на этом федеральном канале выступает Ольга Романова. Это журналистка, которая смогла спасти своего мужа от тюрьмы. Там страшным образом ругалась с председателем суда Егоровой. Ну и, в общем, много с кем. И смогла-таки выцарапать своего мужа из тюрьмы. И еще несколько людей такого типа, которых раньше представить себе не только на таком канале, но и на гораздо меньших, было совершенно невозможно. И, внимание, передача называется не там «Сутяжники и гады», а «Герои России». Кто-нибудь может понять, почему? Как такой фильм? Вот смотрите, это, на самом деле, я что-нибудь сразу понял. Вот я горжусь тем, что я сразу понял, как это получилось. Но это очень поучительная штука, ребят. Я хотел бы, чтобы вы сами догадались. Вот смотрите, история там. Больше 10 лет назад происходит разгром НТВ. Лучших журналистов выгоняют, там, Парфенов. Ну, в общем, самые-самые замечательные люди, значит, все разогнаны. На их место приводят людей... Ну, вы согласитесь, что если человек согласился работать на том месте, где приличных людей разогнали, у него должны быть соответствующие моральные качества, правда? Так вот, приводит людей абсолютно беспринципных. И вдруг, через 10 лет, при первой же возможности, когда состоялся уж не такой уж и большой, там, 10 декабря митинг, на, ну, несколько десятков тысяч человек, кто говорит 50 тысяч, кто 100, это не так важно. Не миллионы. Еще не миллионы. Но тем не менее, при первой же возможности этот, казалось бы, абсолютно, ну, канал, который был специально создан, чтобы Расчлененку показывать, там, порнографию всякую. Вот, ну, Путин специально его делал вот, для таких, ну, нужд. И вдруг ровно этот канал приличных людей показывает в передаче, которая называется «Герой России». Механизм. Догадайтесь, как такое могло получиться? Им платили большие зарплаты. Вот этим журналистам, которые вместо приличных людей пришли на НТВ. Им платят очень немаленькие зарплаты за то, что они врут. Почему именно они первыми вдруг осмелились показать там ту же Романову и многих других разумных людей. Можете догадаться, никто? Может, потому что... Нет, он не смотрел. Я вам ситуацию объяснил. Абсолютно прикормленные Путиным. Эти журналисты никогда бы не оказались на федеральном канале, если бы там работали там, люди типа Сорокиной, там, Крамурзы, ну там приличные журналисты какие-то. Тем не менее, именно они, что за это первыми своего благодетеля сдают и показывают приличных людей в эфире. Не можете догадаться? Рассказывает совершенно замечательный психологический эффект. Дело в том, что любому человеку ему нужно, кроме зарплаты, еще и человеческое достоинство. Вот этих людей 10 лет назад поставили. Конечно, формально считалось, что они журналисты,
Но про себя-то они прекрасно понимали. И семьи их прекрасно понимали, что никакие они не журналисты, а они поставлены на место настоящих журналистов. Понимаете? И дальше при первой же возможности. Вот вообще, ребят, у вас сейчас есть возможность, что называется, наблюдать за вот такого рода процессами, прямо вот, что называется, да? При первой же возможности эти люди, которых больше 10 лет унижали, им платили огромные зарплаты, но платили не за то, что они журналисты, а за то, что они наоборот. При первой же возможности они пытаются своему же благодетелю за это отомстить. Потому что человек не может слишком долго жить в униженном состоянии. Медведев, казалось бы, президент России, встречается с Чуровым. Не знаю, слышали про эту замечательную историю? Сразу после выборов. Значит, Чуров приходит к Медведеву. Чуров — это председатель избирательной комиссии. Приходит к Медведеву. Разумеется, они оба прекрасно знают, что выборы были фальсифицированы. Вот, и докладывает, вот мы насчитали «Единой России» 49,5%. Медведев, ну, казалось бы, они соучастники. Понимаете, они соучастники подделки. Казалось бы, ну, скажи, да, хорошо. А что он отвечает? Ну, вы волшебник, господин Чуров. Как можно было так посчитать? Ума не приношу. Понимаете? Понимаете, а? Вопрос, почему? Вы думаете, что он такой идиот? Да нет, конечно. Он его хочет убрать. Просто странная вещь. Этого человека назначили президентом, но этим унизили. Он прекрасно понимал, что какой он президент, господи. Он это самое... временно замещающее место. И поскольку он это понимал, то даже должность президента воспринималась им как страшное унижение. И при первой возможности. Понимаете, он страшно боится. Ему страшно, не хочется эти свои там президентские обеды, не знаю, там президентские кровати и всякие другие вот эти вот милые возможности потерять. Но тем не менее, при первой же возможности. А он очень хорошо понимал, что будут большие проблемы у Путина с этим выбором и так далее. При первой же возможности насолить Владимиру Владимировичу, человек, который, казалось бы, был им облагодетельствован, при первой же возможности сразу же это делает. Это ровно тот же механизм. Нельзя людей всерьез унижать. Ребят, я меньше всего за то, чтобы вы принимали участие в политической борьбе, потому что это, безусловно, дело ваших родителей, а не ваших. А вот, что называется, посмотреть, понаблюдать за характером, очень даже советую. Потому что люди проявляются очень ярко в такого рода вещах. И на всю жизнь вы, что называется, получите опыт психологии. Совершенно, совершенно замечательная вещь. Вот, унижать никого нельзя. Человек может... держаться, то есть вы можете его 10 лет унижать, можете дольше, но в какой-то момент, причем совершенно независимо от зарплаты, вы можете человека назначить даже президентом, но если вы при этом объяснили ему что-то, казалось бы, вот одно слово, а все меняет, то он обязательно вам это припомнит. Понимаете? Вот как вот даже, казалось бы, там ходил на все приемы, там с послами общался, с другими настоящими президентами. Но при первой возможности сразу отомстил. Как только ему показалось, что есть шанс всерьез ударить, сразу. Вы же волшебник, господин Чуров. Одна фраза, а очень дорого стоит. Ну, здесь обязательно будет 6. Потому что здесь 6, а к 6 ничего не прибавляется. То есть это цифра 6. Дальше. Все правильно. Здесь надо сообразить, какая цифра. При умножении на 7
чтобы заканчивалось на шестерку. Таблицу умножения на 7 вспоминаем. Здесь 8. Правильно. 7 и 8, 56. Молодец. 56. Дальше. Какая цифра при умножении на 7 тройку дает в конце? На 7. 9. 9, конечно. 9 пиши. 7 умножить на 9, да? Все правильно? Да. 63. Так, ему и дальше тогда надо продолжать. Здесь 4. И что при умножении на 9 дает 4? Только 6. Правильно. Чтобы получился 0, там где 2, 0, 3, надо, чтобы была шестерка. Совершенно верно. Чтобы двойку получить. Если сюда тогда переносится 6. Правильно. Значит, должно получиться тоже. Так, здесь шестерка. Действительно, у нас 6. Переносилось 54 плюс 6, 60. Переносилась шестерка. Поэтому после умножения на 9 должно кончаться на шестерку. Что же это за цифра такая? Получается 4. Правильно. 4 нормально. Вот. А теперь мы должны простую вещь сделать. Понять, какая внизу цифра перед девяткой, восьмеркой. А для этого надо, смотрите, на что посмотреть. Вот здесь у нас 7. Здесь мы умножаем непонятно на какую цифру. Вот давайте составим простую табличку. Составим простую табличку. Здесь будет n, здесь 467n. Значит, n бывает единица, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка и девятка. 467n. 467 умножить на 2. Это 934. Умножить на 4 теперь, кстати, легко. Это 1868. Умножить на 8 тоже легко. Это 3736. Дальше хуже. 467 на 3. Кто-нибудь может сказать? 401. Тогда на 6 умножить легко. 702 и на 9. Это надо вот это умножить на 3. 4203. Так. Ну, так, это будет как? 2335. И на 7 последнее. 3269. Кто-то, внимание, единственное число. Да, может, с участием семерки. Здесь получается вторая цифра 7. То есть это 8. Да, отлично. А поскольку на 8 там умножали, и когда был разряд единиц, то мы можем довольно много цифр вписать. Напишите, пожалуйста. Смотрите, 8 умножить на 467, это кончается цифрами 37, 36. Так вот это и надо писать. 37 сюда вот, 3 напишите, чтобы видно было. Я не понимаю, почему нельзя написать так, чтобы действительно цифру было четко видно. Так, и теперь последнее, осталось понять, что здесь за цифра. Это совсем просто. Вы просто должны понимать, что умножение на 8 и в первом, и в втором случае происходит абсолютно одинаково.
Вот поднимите чуть-чуть руку. Да-да-да-да, еще выше. Вы понимаете, что здесь за цифра? Здесь? Да. Здесь 467 умноженное на 8. Правильно. А где еще 467 умноженное на 8? То же самое. Конечно. Я все равно должен каждую цифру за вас писать. Неужели трудно вот, из уважения к своим товарищам написать цифры разборчиво? Ну и тогда уже здесь можно посчитать. Да. 6, здесь 3. Нет, 3. Здесь... 9. Но суть-то не в этом, потому что главное это узнать первую цифру множимого. Понять, что за звездочка перед 467. Вот здесь вот стоит какая-то цифра. То есть, но тогда что при умножении на 898 получается 2 в конце 3736. Да. Ну, и что же за цифра? Когда вы умножаете 467 на 8, получается вот такой ответ. Но у вас есть еще цифра. Она умножается на 8, и к ней перенос тройка. Значит, каким свойством обладает эта цифра? Конечно. После умножения на 8 оканчивается на 0. Значит, 5. А вот теперь у вас уже примерно умножение с известными числами. Согласитесь, никаких проблем дописать нет, правда? То есть, когда на 8 умножаешь, там у нас переносилась тройка, здесь надо написать 4. Значит, здесь надо написать 4. Ну и, наконец, когда на 9 умножали, значит, 63, 6 перенеслось... Дальше опять 6 перенеслось, 4 перенеслось и 45. 49 тут будет. Четверка и девятка. Нет, надо 9 написать, так чтобы это можно было прочитать. Значит, здесь... Здесь 9, и здесь, значит, 4. Последняя цифра в такой вот разности. То есть, смотрите, что надо писать. 43 умножить на 43 умножить на 43 и так далее. Всего 43 множителя. Все это перемножить. Потом написать 17 раз, что 17. Перемножить, взять разность, посмотреть, какая будет последняя цифра. Никакого ужаса. Последняя цифра зависит только от последних цифр. Ребят, поэтому вам не нужно смотреть на другие цифры. Разряд десяток, даже разряд сотен. Это все неинтересно. Интересен только разряд единиц. Интересен только разряд единиц. Последняя цифра будет 9, поскольку, поскольку нам надо взять, мы берем из каждого числа только последнюю цифру, потом надо ее умножить на саму себя. То есть получается... Но много раз. Да. Но получается, что когда мы умножаем 3, то на конце остаются только цифры 3, 1, 9 и 7. Я понял, о чем вы говорите. 3, 9, 7, да, 9. Да, спасибо, вы абсолютно правы. Давайте табличку сделаем.
Значит, ребят, давайте сделаем такую простую табличку. Здесь будет число n, а здесь будет число 3 в степени n. Так, поехали. 3 в первой – это тройка. 3 в квадрате – 9. 27. 27. 81. 243. 729. Давайте. 2187. 180. Ребят, теперь очень важная вещь. Вас же интересует только последний. 3971. 3971. 3971. 3971. 3971. Поэтому на самом деле, когда вы здесь будете смотреть последнюю цифру, вам совершенно не интересно, что здесь 43. Потому что у этой последовательности есть период 4. Поняли? То есть на самом деле, что 43 здесь напиши, что 3, что 4043. Все равно важен остаток от деления на 3 вот этого числа. Поэтому смотрим на 3. И говорит, что заканчиваться будет на семерку. Хорошо. Теперь здесь для семерки. Здесь тоже будет точка. Давайте такую же табличку. Абсолютно такую же табличку. Здесь будет написано 7 в степени n. Единица, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка. Давайте. 7, 49. 343. Уже на 7 умножать трудно. Ребят, а я не буду. Кончается на единицу. Кончается на семерку. Кончается на девятку. Кончается на тройку. Обратите внимание. 7, 9, 3, 1. 7, 9, понимаете? Поняли идею? Тоже период 4. Поэтому важно, какой остаток дает число 17 при делении на 4. Остаток 1 на 4 будет семерка. Поэтому вычитается число, кончающееся на семерку. Что у нас получается в результате? Ноль. Получается? Отлично. В магазин привезли 223 литра масла в бидонах по 10 литров и в бидонах по 17 литров. Х и Y это целые неотрицательные числа, понимаете? Сколько было бидонов? Пожалуйста. Поскольку мы знаем, что числа, которые делятся на ноль, оканчиваются цифрой. Делятся на ноль? Такое число, конечно, есть. Это ноль, одно единственное. Делится на 10, да. Оканчиваются тоже нулем. Да. Значит, надо взять число 17. Подбираем то число, которое 223, чтобы разделить на себя. Надо подобрать такую цифру, чтобы после умножения на 7 получилась бы последняя цифра тройка. Это девятка. Это девятка. Значит, в качестве числа Y годится 9, 19, 29, 39 и так далее. Как же узнать на самом деле, что? Из нее годится только 9, поскольку если 17 умножить на 19, уже будет больше 200. Совершенно верно, будет слишком много. 19 это же почти 20, а 20 и 17 это, извините, целых 340. Ну, не серьезно, это слишком много. Значит, никаких больших чисел быть не может. Y это 9. Хорошо. Сколько будет 17 умножить на 9?
153. Совершенно верно. Это число 153. Сколько же надо прибавить к 153? 70. Чему равен x? 7. Отлично. Значит, ответ задачи всего было 7 плюс 9, 16 бидонов. 569 задача, это теорема. Последняя цифра любого целого числа совпадает с последней цифрой его пятой степени. Давайте я сформулирую так. Последняя цифра любого числа совпадает с последней цифрой его пятой степени. Формулы это записывают так. Вообще, господа, два числа называются сравнимыми по модулю в том и только в том случае, когда они дают одинаковые остатки от деления на n. То есть, когда a мод n это то же самое, что b мод n. Другими словами, два числа сравнимы по модулю, если их разность нацело делится на число n. Вот это строго одно и то же, просто разным способом записано. Итак, в чем утверждение 569 задачи? В том, что n в пятой минус n всегда делится на 10. Это, впрочем, доказать этот факт очень легко. Дело в том, что цифр на свете совсем немножко. Пожалуйста. Если все числа перемножать друг на друга, то получается, что всего последняя цифра в любой степени этого числа будет всего таких 4. Ну, давайте посмотрим. N в пятой. 0 в пятой. Сколько? 0. Единица в пятой. 1. Так, скажите, пожалуйста, 2 в пятой. 32 кончается на двойку. 3 в пятой. Мы уже сегодня считали. 243. Нет. 243. 4 в пятой это то же самое, что 2 в десятой. Конечно, 24. Конечно. Это 1024. 5 в пятой. 5 в квадрате 25. 25 на 25 – 625. 625 на 5 – 3125. 3125. Отлично. Ой, слушайте, 6... Если честно, просто 6 на 6 – всё 36. Кончается на шестерку. Не хочу его считать. Так, 7ю 7 – 49, качается на девятку, да? Но там будет не просто 49, там будет еще на 49 и еще на 7. 49 на 49 будет кончаться на единицу, и еще на 7 точно будет кончаться на 7. Так, для восьмерки. 4. Так, господа, это надо на самом деле... Ужас какой-то. Это 8, надо... 8, так, 8 на 8, 64. Да. Кончается на 4. 64 на 64, это будет кончаться 4 на 4 на 6. 6 на 8, то будет кончаться на 8. Так, 9. Замечательно. 9 в квадрате, это 81, кончается на единицу. 9 в четвертый, 1 на 1 тоже кончается на единицу. И еще на 9 умножаем, кончается на 9. Ребят, можете, кому не лень, полностью перемножить на эти ответы. Но действительно, какую бы цифру вы ни взяли, пятая степень
будет кончаться на ту же самую цифру, между прочим. Есть у этой задачи очень важное продолжение, которое называется «Малая теорема Ферма». Будет время, обязательно посмотрите. Замечательная, не в этой книжке, а в «Священной задаче», к сожалению, никакой возможности говорить подробно об этом не было. Это вот просто вот есть такой намек в ней, да? Очень советую посмотреть или статьи в «Кванте» были про «Малую теорему Ферма», или мою книжку «Арифметика» прочитать, там очень много про нее рассказано, или хотя бы видеолекцию посмотреть про «Малую теорему Ферма», она уже выложена. В общем, поинтересуйтесь, там очень действительно много интересного, и это, что называется, только самое-самое-самое начало.